Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче», поехали. А в Гомеле заключили под стражу россиянина, который за неделю кинул более 60 белорусов. Они совершили платеж через фишинговый сайт, который очень похож на официальный сайт Беларусьбанка. Они ввели свои данные, в итоге лишились денег. У самого мошенника нашли много банковских карт, на которые и перечислялись похищенные деньги. Следственный комитет ищет потерпевших. Гомельская область занимает второе место по нехватке медицинских работников. Так, по состоянию на 20 октября на Гомельщине требуется 539 врачей, 583 медсестры. По этому показателю мы уступаем только Минску. Ну а всего, согласно общереспубликанскому банку вакансий, в стране требуется более 7000 медработников. В Минске из-за нового тренда в ТикТок появилась гимназия имени Моргенштерна. Переименовали столичную гимназию номер 146. Теперь в Google Maps она носит имя российского исполнителя. А всему виной новый тренд в ТикТок, который добрался до белорусской столицы. Его суть проста. Нужно переименовать школу в Google Maps, снять видео и выложить в соцсеть.